такой прибор. Я не могу найти все, что он немножко. Это самые легендарные или самые. Где? Зачем вы хамали? То, что здесь лежит, это надо разделить. Да, на пятерых. Вот это одна штучка. И фундучина одна штучка. Вот есть. Идет тут слава малину с его. А я как бы чай пить. Ну, ну и последнюю кружку я себе, конечно, да? Где моя кружка? Вот стоят ребята, посмотрите на меня. Вот. И рассуждают о говне. Ой! Об этом. Ну, спасибо. Ну, это на самом деле... Простите, что я вам это показываю. Но мы просто так пели, что Миша нас... Ой, ю! Вчера. Настя, повтори, что ты сказала? Не надо его пугать. Просят повторить нормальными словами. Миша накакал со страху, пока мы орали. Да это не про тебя нормально, меня поправляет. Все, давайте. Двигаем. Вот, их пропусти, они пойдут. Тут на самом деле валяется, вернее не валяется, уже висит футболка. Ребята, кто потерял на Минских столбах футболку? Ну понятно, что вы не смотрите канал Походный Бабайка. Но она тут же висит, ждет хозяина. Мокренькая. Бренд твое, размер L. Все нормально. Чье? Чья черная футболка? Она новая почти. Она вот с таким глазом. И вот с такой... надписью. Чья футболка? Ну, приходите на Мининские столбы. Она висит по пути на первый столб сразу после болота. На дереве. Думаю, долго еще висеть будет. Забирать ее с собой не стал, потому что если хозяин этой футболки все равно не посмотрит видео, то какой смысл ее с собой забирать? А так посмотрит, сам найдет, придет. И вот так вот на протяжении всего похода. Потому что... надо же кому-то есть красную смородину. Настенька, ты в Алатау не наелась кусок красной смородины? Нет. Ответ короткий и понятный. Ну, в общем, тут у нас, походу, паничка. Все начали кипеть, кричать. Вытоптанная трава, вываленная. И вон там еще кусты, вон мятые. И вон там. Да, наверное, Мишанька отдыхал. Ягоды здесь вокруг полно. Да, Мишка. О, кстати, ягода. 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 Вкусно. Красная таежная смородина. Любите ходить по лесу. Смотрите прям сколько. Ой, кошмар. Аж фотоаппарат от радости не фокусируется на ней. Я просто кисточку сорву и ее обсосу. Возможно, вот это не искусство. Это еще какая-то тропа в ягоду. И тут тропа в ягоду. Но это либо взвод балбесов, либо один Миша. Нет, вон там пролом. Я, короче, пока это снимал, вот этот тип у меня украл ягодку и съел. С кисточки, которую я сорвал ее. Вот тут... теперь он станет героем YouTube-канала «Походный Бабайка». Что там? Вот тут тропа, через кусты этот человек не пройдет. Да, конечно. А пойдем посмотрим, куда пошел Миша. Пошел, он Миша, о!
Малина. Таежная. И малина. И красная смородина. Мне ж невозможно просто, это ж вкусно. Короче, я не пойду проверять, куда пошел Миша. Но, кстати, печально, что тайга умирает. Ну, она уже почти умерла. Я не знаю, когда этот уссурийский полиграф этого все нажрется. Наверное, когда нажрется, жрать больше нечего будет. Вымрет вместе с тайгой. И потом новое нарастет. Так это ж, блин, это лет 200 надо. Даже уссурийский полиграф против размеченных троп в лесу. О! Одной. Это там свистят, боятся медведя увидеть. Вот одной разметкой тропы стало меньше. Все, увидели лежанку. Сейчас будут в панике пребывать. Ну, кстати, молодежь идет, поет свое. Это радует, что поет белый снег, серый лед, а не Моргенштерна какого-нибудь там. Значит, время потрачено на них не зря. Тут я сильно удивился, увидев гриб, похожий на дрожжалку оранжевую. Это вполне себе съедобный гриб, но он в нашей местности встречается очень и очень редко. Он как хамелеон может менять свой цвет в зависимости от погоды, а при жаре вообще может засыхать и даже на себя не похожий становится. Говорят, что он съедобный, я его никогда есть не пробовал, ну и желания не имею. Тихо в лесу, только не спит медведь, потому что медведь решил песню попеть. Ну и турист, он тоже не спит, слушает, как где-то Мишка рычит. Вот, судя по всему, мишек в этом году очень и очень дофига. Потому что вот, такое все разрыто, сейчас подальше отойду. Это наверняка здесь был муравейник и Мишанька. Он просто работал, он это все грыз. Вот эти вот ямы выгрызал туда. Каких-то муравьев добывал. Кого он тут искал, вообще непонятно. Целые норы. Это явно вот мишкины. Так, а вот это вообще след собаки. Собака здесь просто, наверное, уже потом бегала. Мишиных следов нету, явных отпечатков лап. Но разрыто совершенно недавно. Ну, наверное, дождем могло смыть, кстати, Мишины лапы. Прибить в пыли. Человеческих следов, потому что кроме наших, нет. Ну, прикольно. Хозяин тайги поработал. Вот, кстати, опять последствия работы уссурийского полиграфа. Вот то медведи, то полиграфы в тайге. Ну, медведи-то ладно, это нормально. Вот это сволочь такая. Вот мертвая пихта. Все. Это какой-то ужас. Вот кусок пихтовой смолы. Она уже даже не желтая, она уже белая целиком. Ай. Кошмар какой. Липкая. Блин, я теперь все, теперь грязная опять в смоле весь. Главное, фотоаппарат в смолу сейчас не заделать. Ну что, помешите мамой ручкой. Ваши мамы все равно этот канал не смотрят. Они никогда не узнают, в какие дебри я вас завел. Дети, а давайте играть в слова. Давайте. В матершинные. Не надо. Я надеюсь, вы это не засняли. А где моя панама? Я ее что, потеряла? Настя, ты застряла? Я не успеваю. Стоп, а где моя панама? Ты ее реально потерял. Мама! А, вот моя панама. Я иду, ну, типа, пока один переходит, другой просто смотрит. Сосна такая прикольная. Тут дупло какое-то. И тут я, походу, нашел Уилсона. Вот он куда уплыл.
оставил свой след. Лужин! Если кто смотрел фильм «Изгой», тот понимает, про что я. Вообще интересная такая тема. Почему-то как-то выгорела. И такая, как лапа. Либо Супер Миша, либо еще что-нибудь. И тут горело. Что-то поджигал кто или что. Тут вообще, наверное, сквозное дупло нет. Сейчас я... Да, они не соединяются, но дерево погоревшее. Или когда-то пожар был. Или сейчас. Ну, короче, почему-то я ходил все эти годы и не обращал внимания на эту странную такую штуку. Какая-то ладонь Сарумана. Аня, иди сюда. На костровом месте тут грязь была, банки, стекло разное. Ну, в общем, прибрали, выгребли, которые дрова тут были. Ну, может, кому-то пригодится, будет растапливать. Оставили тут, на месте костровом. Сейчас вокруг еще подметем все эти щепочки, палочки, чтобы совсем чистота была. А то как-то нехорошо тут бардак, когда люди оставляют. Вот вчера пришли, тут взяли пару полешек, ну и пару чурочек. Я тут разделал как раз на запас дровишек. Пусть будут. Вот если пришел, взял, то положи обратно больше, чем взял. Такой закон леса и избушек. Я вот иду на одну красивую скалу, на которую уже ходил много раз. Вот по этой тропинке. Ой, чуть не упал. Под ноги надо смотреть, а не в монитор камеры. И тут за мной какие-то два пацана увязались. Че увязались, что хотите? Ничего. Ничего? Да. Че по лесу шляетесь? Без родителей. Вчера думал, что это все-таки муравейник раскапывает. Но вот встретив третью такую ямку, понимаешь, это не муравейник, потому что прошлая ямка была с норой. Здесь тоже он какую-то Миша нору выкапывал. Кого он там добывал, мне непонятно. Ну, в общем, Миша где-то рядом всегда. То есть их тут что-то в этом году прям развелось. Миша, выходи, поговорим. Не хочешь, да? Ну и правильно, я тоже не хочу. В общем, вот такая вот ямка, вот такая вот раскопанная нора. Ну вот как бы просто растет березка. Но она вот с таким изгибом корня, прикольным, на весу. Перед тем, как нам покинуть уютный лесной домик и отправиться в обратный путь домой, к нам на стоянку пришел бурундук. Совершенно непуганный и, очевидно, прикормленный. И тут я вспомнил одну старую историю, которую мне рассказывал дедушка, откуда у бурундука на спине появились полоски. А еще почему-то на ум пришла мысль, что те ямы, которые разрывал медведь, это попытка медведя, скорее всего, добраться к бурундучиным норам. Ну, как вариант. Может быть, я и не прав. Я в этом не знаток и не специалист. Просто предполагаю. Он прям в костер залез. И слышь, брат, я для тебя костер складывал, что ли, нет? Тебе нормально там? Слышь, братан. Ну вот немножко подмели,
И еще хотелось бы вернуться к костровому месту. Люди, вот зачем вы оставили обожженные банки в костре, еще какое-то стекло битое и все остальное? То есть вот за стеклом это вообще высшая одаренность ума какая-то должна быть, да, чтобы стекло кинуть в костер, там оно должно там рассыпаться, расплавиться. Просто берете это все и уносите вот в мусорную яму. Вот для умных людей, ну да-да, это для умных людей, потому что дебилам вообще вход в лес противопоказан. Потому что начинается вот такой вот срач вокруг кострового места. А потом кто-то другой приходит и не может на него сесть, потому что тут помойка, а не костер. Решил заглянуть в печку перед выходом, и тут я понимаю, что какие-то просто гениальные идиоты сжигали банки в печке и их не вынесли. Что вообще вот просто мозгов нет или как, я не понимаю. Люди, ну сожгли на костровом месте, ну сожгли его в печке, ну вынести их отсюда, зачем вот это оставлять здесь? У нас на земном шаре живет инопланетная цивилизация, которая шьет туристические рюкзаки. Но по каким-то своим меркам и понятиям. Вот рюкзак, 2 дня похода. Ну сколько он был загружен, максимум 10 килограмм туда, 10 килограмм обратно. То есть вот он больше 10 килограмм-то и не видел. И вот результат. Вот такой итог работы этой инопланетной цивилизации. А есть еще другая инопланетная цивилизация, которая... эти рюкзаки у этих производителей закупает и продает. Так что, друзья, вот так бывает с непрофессиональным туристическим снаряжением, купленным на рынке, ну или в каком-нибудь неспециализированном магазине. Вы мне сейчас скажете, что у кого-то китайский рюкзак ходит долго, ну вот рядышком тоже китайский рюкзак ходит получше, но у него, смотрите, какая здесь система подвеса, просто вшитые лямки, и тут вшитые лямки, и тут система подвеса, это разные вещи от одной и той же инопланетной цивилизации. Но почему-то здесь вот нормальная регулируемая спина, нормальный пояс вставленный целиком, и вот посмотрите, прошивка, да, подушки, она вот держит, какой размер шва. И это все еще там на липучке. А здесь просто, ну вот так. Ну, кстати говоря, у меня есть рюкзак от Novatour, который вшит точно так же. Но вот он ходит и ходит, и ходит, и ходит. Чуть-чуть подраспоролось, конечно, в этом году. Ну и, ребят, 10 лет. Ну а здесь первый более-менее какой-то нормальный поход. Ну и все, приехали. Электричка везет меня домой, домой с похода я не хочу.